сегодня вместе в этот солнечный денек. Всех гостей мы пригласили на последний наш звонок. Мы от души приветствуем на празднике последнего звонка уважаемых учителей, родителей, гостей. Скоро перед вами предстанут самые главные виновники торжества – наши четвероклассники. Сегодня подводим итоги учения, отбросим усталость, все страхи, сомнения. Готовы герои сегодняшней встречи? Для них говорить будем страстные речи. А ну, друзья, вставайте в ряд, отставить шутки, разговоры. Мы будем чествовать сейчас выпускников начальной школы! Приветствуем на нашей линейке 4-й А-класс, классный руководитель Антонина Яковлевна Клещева. Thank you.
звонком, можно начинать. Зал прошу всех встать. Равнение на флаг. Звучит гимн Российской Федерации. Четвертый класс. Давайте споем вместе. Линейка открыта! Бурные аплодисменты! Прошу ответственных ребят за вручение букетов прекрасных нашим учителям занять свои места. И по традиции, конечно же, любое мероприятие школьное начинается с поздравления директора нашей школы. Встречаем на сцене директора средней общеобразовательной школы номер 3 Татьяна Викторовна Шинкарова. Дорогие ребята, дорогие родители, гости нашего праздника, дорогие учителя, сегодня действительно замечательный день, когда мы прощаемся с начальной школой. Прощаются с начальной школой наши и четвероклассники, и учителя, и родители. И перед вами, дорогие ребята, открывается новая страница вашей жизни. Это обучение в основной школе. За 4 года вы сделали очень многое. Очень многое. Вы научились читать, вы научились писать. Вы научились решать математические задачи. Вы научились исследовать мир вокруг нас. Но на следующей ступени, на следующем уровне образования вас ожидают еще более интересные страницы, когда у вас будут совсем другие предметы. Будет несколько учителей. У вас появятся новые друзья. И вот на этом пути я хочу сказать, чтобы вы все помнили, что все вы очень талантливы. Все вы очень уникальны. И я хочу от всей души пожелать, чтобы все свои таланты и всю свою уникальность вы вложили в годы обучения, и чтобы каждый из вас достиг той вершинки, о которой он мечтает. И от всей души хочу сказать большое спасибо родителям за вашу любовь, за вашу преданность вашим детям, за то, что эти 4 года вы были рядом с ними, помогали, поддерживали. Я от всей души хочу поблагодарить учителей, которые работали все эти годы. Спасибо вам огромное за то, что за ваше неравнодушие, за то, что вы переживали за каждого из своих детей. И от всей души хочу поблагодарить Светлану Сергеевну, замечательного заместителя директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах, за ее неравнодушие ко всему, что происходит в начальной школе. Дорогие ребята, я хочу вам пожелать успехов, я хочу вам пожелать доброго пути, хорошего отдыха летом, чтобы прямо оторвались. Ладно? Отдохнули, оторвались. Вот. И с новыми силами, с новыми, как говорится, желанием вы пришли обучаться в основную школу. У нас с вами все получится, на том и школа номер 3. Добрый путь вам, дорогие ребята. Успехов! Какие я вам скажу?
посмотрю на них, какие мы богатые, наша школа. Сколько у нас прекрасных выпускников 4-х классов. Ребят, бурными аплодисментами мы встречаем на сцене заместителя директора по учебно-воспитательной работе Светлану Сергееву Кузнецову. За это время вы многого узнали, сдружились, выросли. Желаю вам, чтобы в следующем вашем пути вы также стремились к знаниям, ставили перед собой цели, добивались их, также верно дружили, мечтали. Успехов вам в вашем следующем пути. Да, ребят, мы очень вам гордимся и верим в вас. Надеемся, что вы нашу школу будете прославлять, побеждать в олимпиадах, как вы это и делали в начальной школе. Ну что ж, Татьяна Викторовна, Светлана Сергеевна сейчас с большой радостью будут вам вручать награды ваши заслуженные. Первая номинация в награждении на сегодняшний день у нас номинация, как вы думаете, какая? Конечно же, номинация «Отличник». Аплодисменты. Для получения диплома и грамот ученикам, показавшим отличные успехи за годы учебы в начальной школе, в школе приготовиться. Грамоты вручают директор школы и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Грамоты награждаются за успешное окончание начальной школы, активную работу на уроках, любознательность, внимание и трудолюбие в учебной деятельности. Панкова Александру, 4-й И класс. Аплодисменты выходим, отличники. Выходим, ребят, выходим. Ивану, 4-й Шекла.
Ученики начальной школы все эти 4 года. А у нас ученики не просто
учим зал, учим зал. Спасибо вам. Номинация отлично прошла на ура. И сейчас Татьяна Викторовна, Светлана Сергеевна, все присутствующие ребята и родители, я думаю, вы с огромным удовольствием полюбуетесь нашими необыкновенными, активными, талантливыми и неповторимыми, обладающими большим старанием и харизмой, выпускницы начальной школы «Звезды танцпола». Наградится Хакимов Ярослав.
одну простую сказку. А может и не сказку, а может и не простую. Хотим вам рассказать. Днем и ночью мы не спали, о цветке не забывали. Книги разные читали, но бывало и ругали. Каждый миг мы с ним ценили и от всей души любили. Выросли необычные, с виду, в общем-то, приличные. Цветной, веселый, озорной, умный, шумный, заводной. Долго что с ним делать? И решили, пусть сегодня. Стойте, стойте, подождите, уходить вы не спешите. В этом чудный майский день провожаем мы детей. Уходим дети от вас. Вот и настал прощание час. А цветок наш совсем не простой. Рост у нас он с любовью, с душой. Если скажем мы все заклинания, то исполнятся наши желания. Крикли, крали, бум! Начальная школа уже позади. Желаем успехов вам впереди. Пусть лучик удачи ярко вам светит, и средняя школа вас с радостью встретит. Хотим, чтобы учились вы. Всегда и здоровы, и много друзей повстречать вам не новым. Желаем вам пусть много открытий, новых ваш год. Мечтай, говорите, идите вперед. Никто бы не желал не говорить, и не прошел путь, но подняться. За ваш труд, за ваше умение находить в каждом ребенке таланты, за ваши старания, за вашу поддержку. Для вручения благодарственных писем нашим уважаемым классным руководителям прошу вновь подняться к нам на сцену Татьяну Викторовну и Светлану Сергеевну. Аплодисменты слушаем. Thank you.
нашим агрономам, садоводам, солнышкам, дождичкам, которые зарастили вот такие прекрасные цветочки нашим дорогим классным руководителям и учителям. За руководство классным коллективом, формирование обучающихся, предметных знаний и навыков, за терпеливый и добросовестный труд в деле обучения и воспитания наших школьников, а также обогрев сердец учеников теплом своей души, эффективную подачу знаний и их упорядоченными веренных им подопечных. Благодарственное письмо вручается Клещевой Антонине Яковлевне. Зубаревой Наталье Александровне. Благодарственное письмо вручается Чудковой Лидии Михайловне. Благодарственное письмо вручается Чудковой Елене Владимировне. Джентльменов прошу поднять.
шоу продолжается. Крепких сил и замечательного настроения. Пусть каждый день открывает что-то новое и доброе не только для вас, но и для ваших учеников. Пусть ваша жизнь будет яркой, веселой и интересной. От ваших выпускников принимайте эти букеты. Фотографируемся, аплодируем. И уважаемые родители, подошло время выпускникам сказать своим учителям прощальные слова. Приглашаем на сцену красивых и обаятельных, очень способных и любящих музыку выпускников. Наступил ваш звездный час. Из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами заново
учились ваши мамы и папы. Они, как и вы, может быть, а может быть даже больше вас, волновались, переживали неудачи, радовались вашим победам. И вместе с вами они сейчас здесь, на вашем празднике. Давайте все вместе хором скажем нашим родителям спасибо. 3, 4. Спасибо вам, дорогие наши родители. Слово предоставляется вашим заботливым и мудрым родителям. На сцену приглашаются родители Яценко Юлия Николаевна, Устимова Екатерина Валерьевна, Шарипулина Альбина Артуровна, Ганжа Олеся Вячеславовна, Руднова Анна Петровна, Фадеева Антонида Витальевна, Кульканадова Наталья Владимировна, Каполина Евгения Павловна, Семенова Светлана Александровна, Данилова Юлия Андреевна, Кузнецова Наталья Александровна, Каузин Дарья Андреевна. Вот они, ваши родители, аплодисменты! Завтра будет технология любимая.
Мы хотим поблагодарить всех классных руководителей и преподавателей, которые учили наших детей, а также весь педагогический коллектив нашей любимой школы. Шаг за шагом вы помогали им преодолевать жизненные преграды. Вы учили их не только школьным предметам, но и простым жизненным вещам. Дружбе, доброте, сопереживанию, терпению. Сегодня они с радостью преодолевают любые трудности, ведь еще с малых лет научились быть сильными и уверенными в себе. С праздником вас, дорогие, ведь это и ваше торжество. И огромное вам человеческое спасибо. Дорогие наши дети, сегодня у вас праздник, ваш маленький выпускной. Мы с удовольствием смотрим на то, как за 4 года младшей школы вы выросли, сдружились, преодолели первые препятствия и добились первых побед. Впереди у вас веселые каникулы и крутые летние впечатления. Желаем вам набраться сил, вдохновения и положительных эмоций, чтобы 1 сентября уверенно шагнуть в 5 класс. Вступайте смело вперед навстречу новым знаниям и открытиям. Ничего не бойтесь и никогда не сдавайтесь. Идите к своей мечте. Ведь вместе вы – огромная сила, которая по плечу любые испытания. Ну а мы, родители, как всегда, будем вам надежной опорой и поддержкой. Мы гордимся и верим в каждого из вас. У вас обязательно все получится. Приветствуем на нашей сцене учителей-предметников. Сильнее, выше, быстрее! С таким девизом мы встречаем учителей физкультуры. Дарья Александровна, Андрей Родович. Для вас, наши учителя.
естественно пройдет. Организовать концерты — у вас значительный талант. Так пусть на дороге этой не будет никаких преград. Благодарность вам большая за выпускной в начальной школе. Мы вам желаем вдохновения, новых творческих идей. Праздник первого звонка с вами встретим в сентябре. Очень-очень вас благодарю. На самом деле этот праздник состоялся благодаря нашей общей организации. Это Елена Александровна, это наши замечательные родители, прекрасные дети, классные руководители. Мы все старались, мы все репетировали, мы готовились к этому празднику. Большое всем спасибо. Джентльмены, провожайте наших учителей и предметников в джентльмен-шоу. Пожалуйста, на экран. Что у нас идет следующим номером нашей программы? Конечно же, последний звонок. Под дождем или в зное, но в положенный срок каждой новой весною есть последний звонок. Он экзамена вроде, он как новый рассвет. Он итоги подводит четырех школьных лет. Право подать последний звонок предоставляется Володину Василию, ученику 4 класса, отличнику, призеру городской олимпиады по русскому языку среди 4 классов, и Климкиной Лидии, ученице 4 Б класса, отличнице, победителю городской олимпиады по русскому языку среди 4 классов. Василий, я прошу вас на сцену. Все поближе услышали этот долгожданный звонок, еще один учебный год мы покорили. И впереди только новые победы, новые вершины. И фанфары нам, пожалуйста. Аплодисменты! Вот он, последний звонок. А сейчас все вместе. Я знаю, что вы готовились. Все классы готовились. Дружненько обнимаем друг друга, поднимаем ручки и поем с вами нашу замечательную песню. Мы любим тебя, начальная школа, знаю.
Приходите в любое время, есть 25 лет. Ну, а классным руководителям всегда дверь открыта. Какие вы молодцы, ребята!